Нелетная погода торжественной церемонии не помешала. Это в небе пришлось бы нелегко, а на земле, говорят летчики, очеканивать шаг можно и по гололеду, и снегу. С особенным приподнятым настроением части встречают новый символ – Георгиевское боевое знамя. Разворачивается и передается командующему. Символ имеет свой прообраз в Российской империи, но дизайн не идентичен. Новая геральдика заняла место прежней. Впрочем, сам смысл знамени и его роль для защитников Родины уходит своими корнями намного глубже. Все началось еще с хоругвей, правильно? С Игорева войска, а по слову о полку Игоря, там, где хоругви, так сказать, были теми знаменами, за которыми шли российские войска. И вот с тех пор это все начало и берет. Знамя, хоругви – это тот символ, ради которого воинство шло вперед, побеждало. Это было честью, символом доблести и славы. С первых страниц своей истории 12-я Мгинская краснознаменная военно-транспортная авиационная дивизия выполняла сложнейшие задачи. Год до Великой Отечественной войны определили вектор развития этого авиасоединения. Перечисление только основных достижений дивизии составляет внушительный список. Здесь оказание интернациональной помощи народам Сибири, Кубы, Вьетнама, Мозамбика, Египта и освоение Крайнего Севера, что до сих пор является задачей исключительно этой дивизии. Теперь эти и другие задачи военные будут выполнять под новым боевым знаменем. С сегодняшнего дня наш священный долг с честью и славой продолжать традиции отцов и нести это в будущее, в историю под георгиевским знаменем. Старое знамя, которое нужно сохранить, потому что под этим знаменем наши отцы, деды одержали много побед, особенно в Великой Отечественной войне. В знак преемственности в финале церемонии проносятся оба знамени. Прежнее серпом и молотом на красном фоне и новое, повязанное георгиевской лентой. Завершает церемонию торжественное шествие. В последний раз. Еще с прежним градическим символом. Юлия Быкова, Илья Чечен, РЕН-ТВ.